Да ладно, картузное заряжание. Нифига себе. Потом мы берем пыш, это что угодно. Прибивается. Прибивали, да. После чего мы закатываем ядра. Ядра пустится. Камень. Вот это вот помню. Когда у него тоже показатели видишь, допустим, добавляли туда еще раз пыш, опять добивали. Ну и для того, чтобы пушка выстрелила, у нас есть специальное отверстие. Ну да, попадает сюда запальное, мы высыпаем порох, и при помощи пальника вот так мы на удаленную дистанцию подносим. Пушка стреляет. Дальше надо все повторять, вот так, и особенно не забыть смочить пальник и все там.